Всем привет, дорогие друзья, с вами Ктрахонт, и у нас 12-я серия Япония, бывшего Андо. Я опять это сказал, но и пускай. В Европе написались 4-я. Надеюсь, вам нравится Японию. Достаточно много уже серий вышло, и в целом вы хорошо воспринимаете. Ну что, наберем под этим видео хотя бы сотню лайков, что ли? Потому что просмотров много, а лайки немножко, ну, то в районе сотни, знаете, всегда держатся вот так. А что тут больше сотни, ну, никак не скакнут. Ребят, ведь это несложно поставить всего один лайк. Ну ладно, не буду упрашивать, на самом деле я не люблю это дело, но просто иногда хочется увидеть то, что вы не просто еще смотрите, а то, что вам это нравится реально. Так, с прошлой серии у нас тут проблемы большие. Ну, как сказать, большие, очень большие. Создать достойный флот давайте возьмем. Да, восстановим его. Армию у нас тоже не полностью. Есть один заем в 398 монет. Есть проблемы с экономикой. В частности, на восстановление армии идет 2 монетки. И я так понимаю, с коррупцией, да, на искоренение коррупции 7 монет. Хорошо. Ну, хорошего в этом мало, но я про то, что я хотя бы понимаю, что нам надо. Так, оставить здесь одну крепость, думаю, было бы логичным делом. Давайте пополам наши войска поделим. Войска отпускаем на отдых. Надо бы национализировать, но у нас, видите, усталость от войны. Я думаю, мы ее сбавим, иначе, потому что это будет слишком дорого тратить все это. И да, иначе, я думаю, будет жалко. Тратить столько очков, сбагривать 75 тоже не хочется. Так, что у нас тут? 6-7-7. Ну, правитель не самый наилучший, поэтому все-таки приходится из этого... Так, страдать. Хорошо, создать компанию нового света. Создаем. Что у нас тут есть? Созвать. Созываем. И как-то дворяне, несмотря ни на что, как-то слабо влияют, да? Нанять первопроходца можем. Даровать воеводство. Как по генералам-то? Два командующих вообще, да? Давайте даруем воеводство, наверное. А, ожидание дворян в столице, да, у нас скоро уменьшится. Минус 15, нет, тогда не будем бафать. А здесь у нас есть дебафы. Сократил власть духовенства, и все, да, только. То есть духовенство в целом себя ощущает-то плохо. Ладно, Корея просит проход войск, но у них там ничего нету войн, да? Тогда не будем здесь действовать. Так, создать, да, можем. 10-11, давайте на 11. Отношения с бурятами на максимум, убираем. Все сейчас модернизируем быстренько, так знаешь. Экономика 5.72, да? Ну, что поделать. В целом мы отсюда можем и на Пасай сфабриковать, и на Малаку. Малака вообще, по-моему, идеальный вариант. По-моему, вообще классно. Ой, коалиция пошла. Пасай, Харчины и Малака. Пасай, Харчины и Малака. Интересно, интересно. Паттани, если еще вступится. Ну, здрасте. Если еще всякие Паттани будут вступаться, это, конечно, дико. Ну ладно, давайте получаем отношения заодно и здесь. Корея у нас прям дважды просит проход войск, прям просто упрашивает нас в этом проходе. Мы такие все нет, нет и нет. Мы прям неуступные, одно и то же отвечаем. Преступные данники, ага, очень классно. Так, возвращаемся. Небольшой перерывчик просто был у меня. Немножко отвлекли звоночком. Так, у нас ивент, да, выскочил. Ивент, посвященный преступным данникам. Уничтожить бандитов, получим отношение классно, либо ничего не уничтожать, укрывает пиратов, да? С мином отношения получим, держава и поинт, доверие вырастет. Я, конечно, очень рад, доверие хорошее дело. Ну, это жесть, ребят. Сейчас такой просто дебаф получим. Ну, еще один заем. Вы понимаете просто смысл всего этого события? Еще один, мать его, заем. Ну, ну просто. Хотя, не будет еще одного заема. К чертям пошли вы все. Просто послали всех подальше, попросили деньжат, нам такие, ну держите, и мы такие, ура, денежку дали, да? Так, а тут у нас сепары сейчас будут на грани, да? Надо решать сепаратистами вопросы, мне уже надоедают все эти дела, вот где там повстанцы, сям повстанцы. Каждый раз на них выезжать еще, выплывать, вот прям реально, знаешь, выезжаешь прям на них, потому что тебе надо плыть к ним.
Что там еще делать? Знаешь, это как дико надоедает. Проще вообще забить на них и все. Вот реально. Где у нас тут карта беспорядков? Вот. Все большие беспокойства. 75 тысяч, ребята. 75 тысяч китайских солдат замурованы сейчас. Вы понимаете то, что набрать 40 тысяч буквально и за... Ладно, молчу. У Китая еще 33, 60. У Китая, я не знаю, просто 150 тысяч почти. Он реально топ-страна. 1000 развития. 1064, ребят. Это просто жесть. Китай, по-моему, бафнули на раз-два. Ну, конечно, то, что он так тратит рекрутов здесь, это... Несколько дико. Я, конечно, понимаю, Китай отставшие войска, но чтобы до такой степени, по-моему, это немножко странно. Немножко убавил музыку. Посмотрю потом на записи как, но мне кажется просто громко. Я в наушниках сижу сейчас, и мне реально кажется дико громко. Вот просто по ушам прям бьет. Корейские сепаратисты, брунейские, маньчжурские и конфуцианские. Классно. Классно, классно. Прям просто... Экспедиция завершена. Классно. Экспедиция. Юго-запад океана. Восток Индийского. Южно-Китайское море. Юго-восток. Северо-запад. Так, исследую вот эти вот побережья. Камчедалы до сих пор не развивают свои профки. Ну вы чё, ребятки? Возьмите что за развитие-то. Так, сколько оно про... 26, да? 66 плюс 66. Здесь у нас... Ну, еще скинуть-то можно. Ой-ой-ой-ой-ой, Регенский совет. Вы серьезно? Вы серьезно? Вот прямо сейчас Регенский совет давать. Вот у меня просто слов нет, ребят. Дали Регенский совет, самый лучший момент. Умер наш император. Наследник еще не готов. Регенский совет 2-1-2. Просто издевательство, знаете, это издевательство. Вот реально, это издевательство просто. Нет, 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 подожди, защита, куда я тебе все делал? Экспедиция. Юго-запад Тихого океана. Давай я следую. Я должен знать все об этих островах. На будущее пригодится. Однозначно. Найнские сепаратисты и женские. Да вы серьезно, ребят? Вы мне еще сепаров подгоняете. Ну давайте, давайте. Я люблю сепаратистов. Я их просто обожаю. А теперь еще и плюс 4 в дипке. Ой, в админке. Это вообще дико. У меня претензии-то тут есть? Да, претензии есть. А здесь претензий нету, пойми. Поэтому Сибу как бы выгоднее было бы взять. Ну ладно, давай так сделаем. Корейские сепаратисты скоро восстанут. Ну, Корея, между прочим, неплохие доходы приносит. А, девяточка. Просто сейчас представьте, как долго я буду переводить это. Так вот хотя бы за три захода, думаю, управлюсь. Давайте сюда, здесь проблем с повстанцами меньше, я думаю, удастся остановить. Так, а что у нас по карте религий? Пытаемся, да, переправить это дело. Юго-запад исследован. Давай экспедиция дальше на юго-восток. Да, ну все, потихонечку, как говорится, везде-везде. Австралию вон уже открываем. Классно. Так, по эпохе реформации, что нам еще можно? Ну, азиатскую торговлю это получит. Понятно, нет. Создать колониальную империю, обратить другую державу. Ну, заем, прекрасно. Мечта просто, ребят. Корея вступает в военную коалицию. О-хо-хо-хо-хо-хо. Еще и кореюшку сюда, матушка. Ну, здрасте. 12 дипки. Да это все... Корея угрожает нашей торговле. Исследователь сдох. Классно. Это, конечно, дико классно, то, что у нас сдох исследователь. Это просто... У нас что с институтом? А у нас еще никак. Дела особо не обстоят. Так, что у нас там по идее? Нам даст колониальную дистанцию, да? Плюс посещение храма.
Посетим, казну потеряем. Классно. Купеческие гильдии влияние получит. Это нужно. Так, это корейские, да? Брунейские еще сепаратисты. Ах. Ты понимаешь то, что одновременно и там я не смогу просто сдержать этот натиск? Мне, короче, уже надоело, надо когов побольше. Так, их было сколько? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Все. Да, дабы больше я не мучусь с этими перевозками мелкими армиями, которые меня уже заманали реально. Реально заманали, ребятки. Просто. Реально могу так сказать. Теперь они еще и админку просят. Ну вы, ну здрасте. Ну восстанет Бруней, восстанет. К чертям его. Неужели увел из своей колонии всех людей? Ну, мне кажется, Мугулистан... ну понятно, тут война с Мугулистаном и с Тимурами. Но мне кажется, у Тимуров здесь шансов нету. Даже Тимуры, если попытаются им помочь, мне кажется, ничего не получат. Корейские сепаратисты почти готовы. А где у нас флотик поживает? Он только плывет, ребят. Он только плывет. Надо бы 1000 убрать, кстати, сюда. Нашу культуру, а то как-то... Грустно будет, если там нападение случится. Так, что там с Брунеем? Я думаю, единственная профка, на котором мы сможем собраковать, да? Больше некуда. Ну и сюда тогда убираем отсюда дипломата. Отзываем шпионов. И Малака, да? У нас есть претензия на Малаку. В целом, очень интересная здесь профка. Есть торговая же, да? Вот она. Полоки мы сюда сможем собраковать. Да, берем. Конечно. Ура! В истинную веру. Священники сдают позиции. Ну, такое себе. Так, 28, 28 на 0,7. Ну, давай. Так, что там со священниками? Что-то как-то у них там делишки-то вообще плохо. Да. Так, а что тут минуса были? Не особо были. Давайте вот так вот сделаем. Эффективность торговли хотя бы все бафнем. Хоть... какую-то себе добавочку. 8000 еще, в принципе, и тут есть готовые, в случае чего. А где здесь? Здесь, что ли, сепарты? Это мне показали то, что здесь сепары где-то восстают. Так, где, чего? А, вот здесь, походу, да, были? Нет. Здесь мугулистанские войска. Корейские, брунейские. Ну, 120 дней осталось. Я думаю, даже если Бруней восстанет, ну и фиг с ним. Я сейчас жду больше восстания корейских войск. Генерал какой классный. Не знаю, что сказать. Так, будет тогда 56. Много будет, я знаю. Ну и что? 2-1-1-1. Хотя бы, знаете, уже генерал смотрится явно приятнее, чем то, что у нас сейчас. Мин требует 12 админочки. Держи, Мин. Я прям как лучший друг твой даю тебе эти деньги. Что у нас там по управлению Кореях? 28, да, уже? Очень много здесь восстают. Ну, тут уж извините меня. Здесь я не смогу решить эту проблему. Здесь, кстати, успокоили, да? Хёнандо. Райончик. Хорошо. Главное, чтобы не в горах восстали. Вот в поле, в холмах еще ладно. Но в горах это дико будет. Так, содержание флота. О, отлично, выполнили наконец-таки это дело. Так, у тебя нету исследователя, да? Давайте возвращаем исследователя. И отправляем экспедиции на юго-восток Тихого океана. Это, я так понимаю, ты не закончил, да, его? Да, он не закончил это дело. Восстановить людские ресурсы. Быстрое развитие успокоить. Давайте его сделаем. Надо же им заняться-то. Неужели у нас достаточно транспортных кораблей, чтобы армию за раз переводить? Аж как-то, знаешь, не верится. То, что у нас... Во.
Всему все-таки сначала восстание. Ну давай сейчас. Как раз три корабли очень вовремя подошли. Ура! Нами правит хотя бы нормальный парень. Вот реально его можно назвать нормальным парнем. Вот реально. Все, поехали. Барки, конечно, такие себе, ну и что? Хотя бы так, знаете ли. Реально, хотя бы так, это уже приятно. Стоимость советников минус 20. Ух ты, классно. Это очень дико, на самом деле, хороший бонус. Насчет инфляции, ребят, просто жесть какая-то. Денег нету, инфляция огромная. Просто, знаете, живем, я не знаю, в мире, в прекрасном мире, где ничего нету. А нам не хочет никто деньгами помочь, кого-нибудь ограбить. Но вообще можем ограбить. Да нет, опять не туда. Охота, да чтоб тебя. Экспедиция. Китайское море, Южно-Китайское море. Да, это, конечно, не особо мне нужно. Ну ладно, исследуем хотя бы там. Я вот подумал, 8 тысяч в целом, вот это вот генерала можем себе отправить спокойно. Серьезно? А, да, он же не пройдет. Курил-то мы, конечно, можем себя забрать по радости. На радостях так. Опа-на, опа-на, с минусом. Классно. Вот тебе и здрасте. Вот тебе и здрасте. Называется... Так, ладно, успели, кстати. До того момента, как... Здесь что-то начнется, я крепость здесь убираю, чтобы временно хотя бы у нас деньги были. Знаешь, у нас сейчас еще один заем летит. Да, восстал он именно там, где я не хотел. Ну, как говорится, почему бы и нет. Даже денежки типа временно в плюс, да? Нифига себе, реально, экономика в плюс. Ух ты, аж как-то, знаешь ли, не верится немножко. Так, военку еще рано, да? Давай тогда, наверное, изменение военных традиций возьмем. Военные традиции у нас где? Вот они. Во, будут держаться хотя бы наравне 20. Дисциплина железная, это хорошо. Берем здесь национализацию. Я думаю, эту единичку мы распускаем. Себе еще бафаем экономику. Так, торговля в Филиппинах нам приносит 0.31. Если мы будем бороться здесь, то в целом есть шанс получать... Хоть какую-то прибыль. Давайте посмотрим, кстати, сколько нам это даст. Опа-на. Малакка, Корея, харчины против... Ух ты, вот это интересно. Цель войны какая? Продемонстрировать военное превосходство. Отлично. Сейчас еще посмотрим, кто кого. Раз продемонстрировать военное превосходство, то посмотрим еще кто кого. Собаки вы такие нерезанные. Да. Ждем конца месяца. Дабы наши корабли особо не потерялись. Ну и захватываем. Я так понимаю, высадка у меня уже здесь ждет, да? Ну, понятно, Бруней мы сдадим. Это было бы ясно. Это и так ясно, по-моему. То, что Бруней здесь удержать было бы нереально. Кстати, национализация удалась. И новая идея. Но это колониальная дистанция, нам она здесь не нужна. Музы молчат. Стабильность минус. Ну, нет уж. Ух ты, как он активно. Здесь бурята, кстати, действуют. Надо бы бурятам, с одной стороны, помочь. Надо бы. Давай, друг мой. Ну тут осталось-то совсем чуть-чуть. Надо битвы затащить. Все, взял. Красава. Теперь пошли творить беду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохое дело, плохое. Тут у Кореи есть все-таки хороший корабль один. Пусть то, что мы можем не затащить его. Ну здрасте, проиграли, да вы все... Наш флот, несмотря ни на что, все равно продул.
И еще одна смерть. Ох ты ж, ёшкин тебя, матрёшкин, еще смерть. Ты серьезно? Это даже уже не смешно, знаешь ли. То есть еще одну смерть. А, нет, просто стабильность уменьшил. Тут я думал, опять правитель умер, еще такой посмотрел, думаю, вроде бы нет. А то, что мы потеряли войска, между прочим, это не хухры-мухры. Так, 8 тысяч, да, ну сейчас зарешаем. Не, давай тут, наверное, все-таки троечку наемничков возьмем. Ну уж, извините меня, мой континент они не возьмут. Тут даже не надейтесь, знаете. Вот это я уж удержу. Из последних сил, кровью из носу, как угодно, но это я удержу, ребятки. Это, извините меня, будет моим. Сейчас вам покажу, где раки зимуют. Давайте-ка в единый кулак. 12 тысяч. Он за подмогой, наверное, идет. Нам нужны коняшки, однозначно. Без арты будем воевать. Ну и ладно, у нас воины крепче. Поехали. Сюда бы генерала, конечно, поопытнее. А ну-ка, а наш наследник-то? Да. Идеальный. Сейчас посмотрим, кто кого. Давайте. А, 10 тысяч успеет. Или не успеет. Успеет, не успеет. 16 января. Блин, обидно. Обидно. Не успел. Сейчас будет поражение, это вообще дико неприятно. Что он хочет? Чтобы я выделил... О, чтобы я дал столько территорий. Новые державы еще выделил. Обидно, он смог... Он смог это сделать, он меня аннигилировал в данном случае. Погоди, а у нас сколько здесь? 24 корабля. Че я тогда туплю-то? Поехали. Малака, конечно, привела сюда войска, я ничего не говорю, она молодца в этом деле. Но, несмотря на все это дело, она не сможет. Ой-ой-ой, нас там укрепили. Нас там задержали. Эти повстанцы. Неприятно, кстати. Очень неприятно, между прочим, скажу. То, что по нашим землям вот так вот спокойно бродит. Ну что, Малака, держись. Я так просто не сдамся. Все, он на осаду крепости пошел. Молодца. Поехали уничтожать. На помощь. Так, здесь нам удалось с харчинами разобраться. Ну там буряты в основном. Так, я думаю, у нас усталость от войны-то не маленькая, да? Давай снизим. Все. Сейчас в ноль. Нет, в ноль не уберем. Помощь подскочила. Отлично. Куда ты? Сюда думаешь? Ну давай посмотрим, что из этого выйдет. Шотнули. Отлично. Так, ну то, что он там захватил, это, конечно, страшно, но... Да и Вет, кстати, удалось скорее откинуть. Красавец. Просто красавец. Реально. Прикольненько. Так, корейский флот здесь что-то пытается делать. Так, в Бахоре повстанцы. Ну и не страшно. Так. А он до сих пор не хочет мира. Нет, кстати, уже близок к миру. 51-62. Что ты хочешь? Имагава в качестве независимого. Давай-ка я тебе... Поражение признаю, и все. Нет, не согласен. Ты серьезно, ты даже на поражение не согласен.
Тогда давай делаем вот так вот. Объединяем, наверное, все эти войска. Получаем 18-4-6. Вполне себе нормальную армию. И переправляемся. Наверное, позахватываем слегка. То, что Бахори забрали, конечно, сейчас неприятно, но это не суть страшная и важная. Сейчас я тут ковровыми осадами еще немножко очков подзаработаю. А то как-то неудобно, то, что Корея так себя спокойно чувствует. Так, ну Малакские высадка не удалась. Нам удалось вернуть войска, но, конечно, очень дико было это. 43. Если они там сейчас Дайвет разбили, они его, скорее всего, уже... А, нет, не разбили. А если нам удастся выбиться на ничью, это было бы, кстати, классно. Там вот флот, кстати, задерживают. Такс. В целом удалось так-то неплохо здесь разойтись. 19 тысяч там, это не страшно. Ну, корейские войска, кстати, я вижу. А мы так неплохо здесь разошлись. Так, генерал им нужен этой армии. Поехали. Уничтожу этих жалких корейцев. А то как-то вообще себе не попадание, то, что они так вот делают. Поехали. Ушли. Ну, вы даете. Сейчас, как говорится, зарешаем. Так, 28 апреля, да? Куда они? Хохот. Ой-ой-ой, как далеко-то за ними бежать. Давайте попытаемся. Что-то не согласен. О, согласен уже на мир. Но хотелось бы что-нибудь что стребовать с тебя. Деньжат немножко. Они, кстати, будут рады то, что... Деньги-то на всех поделятся, как бы. Я Малака выплатит. Япония получит 286 этот сумм. Ух, как классно-то я получу, да? А, ну без оккупации крепостей, да, мы потребовать типа ничего не можем. Хотя вот что-нибудь дешевенькое можно взять. Типа вот эта территория. А где у нас претензии есть? Вот есть, да? Так чуть-чуть не хватает, кстати. Коалиция, да, типа... Все, мир, потому что иначе бы тут уже было бы жестоко дальше тебя тиранить буквально в ноль. Все, замирились, к счастью. Все пошло к чертям, как говорится. Объединяемся. Не-не-не-не-не, ты идешь... Ну, серьезно. Идешь тогда сюда. Вот тогда сюда и отсюда отправляйтесь. У нас восстания все здесь, на севере. Все. Кое-как удалось эту войну затащить. Можно было дальше ее тянуть и, конечно, забрать намного больше. Но ладно, не страшно. Харчины не могут быть больше соперником. Попытка госпереворота. Вы серьезно? Ух ты, нифига себе. У нас очков-то теперь вообще... Боже мой, боже мой, боже мой, ну вы серьезно? Вот это да. Сейчас будет дико, конечно. Так, ладно, священники. Все равно это не повлияет. Там надо 60 хотя бы, чтобы соточка-то была, да? На стабы минусы, понимаете? Это то, что нам надо каким-то макаром сейчас быстренько умудриться стабу бафнуть. А этих шансов особых-то нету. В принципе, можно отказаться от национализации вот этой вот, поднять единичку стабы за 142, между прочим, да? И еще надо. Просто если сейчас... Базовый уровень беспорядков меньше нуля. Ну да. Конечно, был бы он меньше нуля. Тут сверхрасширение у меня было, усталость от войны. Боже мой.
Что это такое? Нанять министра на национальные беспорядки, да. Все. Сейчас мы успокоим все это дело. У нас очень много на армию уходит. Тогда мы сейчас с повстанцами разберемся и все зарешаем. Наследник наш идет сюда. Эти 9000 тоже садятся. Давайте, наверное, наемников уберем. Тяжелое, тяжелое действие. Так. Сейчас опять заем, конечно, будет. Погодите, а почему я сюда-то высажу? Давай сюда тебя. Странствующий монах. Число админочки потеряем. Конечно же, нам стабу-то возвращать не надо. Как и все это дело национализировать. 4.03. Ну, сделаем. С трудом, но сделаем. Отлично. Да знаю, знаю то, что мы еще заем взяли. То, что проблемненько все это. Повстанцы, кстати, одолели. Я ожидал этого. Так, новая национальная территория. Так, здесь мы отбираем все это добро. Хорошо. Надо беспорядки сейчас уберутся, я думаю. Корейские сепаратисты остались, но в целом не так и много. В целом можно даже, я бы сказал, и зажиться. Сейчас бы еще накопить, конечно, админочки. Так, Англия в истинную веру. Там есть, конечно, есть на миссионеров бонусы. Я знаю, но вот их не взять. Так, институт, да, надо бы принять. Тогда мы отстанем по военке очень сильно. Воевать, конечно, надо было бы активнее. Ну ладно. Погоди. Все. Я полностью влился. Несбалансированные исследования не такие сильные сейчас, поэтому не буду ими париться даже. Нам бы надо колониализм быстрее вести, а то уже технологии слишком дорогие становятся. Так, стапка. 135, да? Дорого. Очень дорого. Так, у нас хотя бы бедствие установилось. Это очень прекрасно. Бояре теряют влияние. Тоже вполне себе неплохая информация. Так, рекрутов очень мало. Давайте уберем наемников. 7, 4. Нормально. Без наемников хотя бы будем жить, явно будет проще. Так, а что у нас по флоту? У нас всего 24 корабля. А у нас армия-то 25, чего хотите? Когда у тебя армия-то всего 25, ты такой, ну... Ну что поделать? Больше нету, да? Корейские и женские сепары теперь даже готовы, да, восстать где-то? Где вы там, женские сепары? Колитесь? А, вот. Ну, вообще здесь все тихо, я не знаю, что ты тут мучишь. Сверхрасширение, отрицатель стабильности, вот. Стапку сейчас поднимем, будет все идеально. Все. Я же сказал, все идеально будет. Сказал, значит, так и есть. Так. Вот. И сейчас еще национализацию сделаем. За 24 месяца, отлично. Все по плану, ребят. Все просто по плану. Коалицию разбили, конечно, мы в лицо, красиво, хорошо, но вот, к сожалению, слишком с большими потерями. Не очень аккуратно. Ну ладно, более-менее мы оклемались. Так, по времени пора заканчивать. В целом, пережили коалиционную войну. Продолжаем пытаться укрепляться на своей территории. У нас уже 4 займа. Да. Я знаю, что со временем нам придется перейти на полнейший, наверное, мир и спокойствие. Кстати, национально у нас тут уже шифровка появилась. Закончилась. Можно уже куда-нибудь и дальше отправиться. У нас вот Тайвань, кстати, почти полностью забрали китайцы. Здрасте, ребятки, здрасте. Здрасте, здрасте. Ну ладно, тоже где-нибудь здесь высадимся, думаю, чтобы в будущем у нас был плацдарм для продвижения на территории врага. Но, скорее всего, я высажусь сюда, так как... А, нет, джунгли.
Джунгли, джунгли, джунгли. Везде здесь джунгли. Тропический климат, который дает прирост поселенцев минуса. Вот джунгли, к сожалению, не самое приятное. Они везде здесь. От них здесь нигде, знаешь ли, не избавишься. Везде эти джунгли будут нам дебафиться. Не, конечно, можно сюда вот рвануть, в Америку, но в таком случае тут тоже климат, который также дает минус 10. Поэтому разницы особой мы не почем. Зато здесь получим возможность захватить вот эту вот всякую мелочь, которая в союзе здесь с торнатами, со всякими остальными ребятками, у которых должно быть полно-полно денег. Думаю, отправлю сюда колонисты и потом в следующей серии разберемся. Надо будет теперь сидеть какое-то время мирно, наверное, и копить ресурсы. Иначе все очень и очень сложно. Коалицию разбили, но, думаю, нас она еще разочек ждет. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.